США в ООН Ники Хейли заявила в воскресенье, что последний запуск баллистической ракеты Северной Кореи – следствие паранойи, в состоянии которой находится лидер этой страны Ким Чен Ын после недавних выборов в Южной Корее. Она подчеркнула, что запуск баллистической ракеты – не тот шаг, которым Ким Чен Ын может заслужить возможность встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как заявил в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон, у него не вызывает беспокойствия его отношения с президентом Трампом после увольнения президента директора ФБР Джеймса Коми. «У меня прекрасные отношения с президентом», — сказал Тиллерсон. «Когда мне не ясны его цели, мы с ним говорим об этом. Моя задача — помогать президенту достигать его целей», — подчеркнул госсекретарь. Тем временем результаты нового опроса общественного мнения свидетельствуют о том, что количество американцев, высказывающихся против увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР, превышает количество тех, кто одобряет этот шаг. По данным исследования, проведенного программой NBC News и изданием Wall Street Journal, отставку Коми одобрили 29% опрошенных и не одобрили 38%.